приветствую на своем канале, мои дорогие! Сегодня речь пойдет о стемпинге. Как я его произвожу, с помощью чего, все поэтапно я расскажу. Начнем с того, что стемпинг – это перенесение рисуночка на ногтевую пластинку. Некоторые называют данную процедуру штампинг. Я уже рассказывала и показывала свой профессиональный набор от Conant. Это набор для стемпинга. Его я приобретала на официальном сайте представителя Conant в Украине. Ссылочки, как всегда, я оставлю под видео. Поэтому, если вам интересно, проходите, смотрите, какие еще есть наборы для стемпинга. Там очень большой, огромнейший просто выбор наборщика для стемпинга. У меня такой миниатюрный, есть там огромный, кто профессионально занимается ногтями, наращиванием. То есть для вас это будет очень интересно. Есть также различное множество лаков. Есть специальные лаки для перенесения рисунков, то есть лаки для стемпинга. Есть гель-лаки. Ну, то есть, если вам интересно, проходите и смотрите. А сейчас я расскажу про свой наборчик. Мой наборчик шел в такой вот косметичке обычной. Здесь внутри открывалось и все располагалось. Конечно же, неотъемлемой частью стемпинга, главной, вернее, частью стемпинга, это является штампик и скребок. Вот такие вот у меня штампик и скребок, красивые, малиновые. В чем отличие подделки от оригинала? Есть в переходах, я покупала первый раз вот такую вот подделочку под Conant. Только у меня не было надписи, были и другие варианты. И здесь было написано Conant. Но это, конечно, совершенно не то. Есть огромная разница между подделкой и оригиналом. Прежде всего, конечно же, должны быть надписи Conant. И на скребке, и на штампике. И обязательно такая бабочка. И здесь, и здесь. То есть это отличие оригинала от подделки. Также в моем наборчике были вот такие вот пластиночки с рисуночками. Вот такие вот. Это у меня оригинальный. На оригинальных сзади написан официальный сайт. Представитель, каждая пластиночка подписана. То есть на каждой пластиночке есть номер и надпись Conant. Вот такие вот у меня три пластиночки были в моем наборе. Есть у меня и две поддельные вот такие вот пластиночки с рисуночками. Чем они отличаются? С другой стороны, они просто такие же металлические. С передней стороны нет надписи Conant, и рисуночки не так хорошо продавлены, как на оригинальных пластиночках, за счет чего они намного хуже переносятся на ногтевую пластинку. И не весь рисуночек четко переносится на штампик, поэтому и рисунок на самой ногтевой пластине переносится не так хорошо. Также в моем наборчике шли вот такие вот две милые пилочки. Они очень удобные, они маленькие, тоненькие, и очень хорошо можно со всех сторон подпилять наши ноготочки. Также в моем наборчике шло вот такое вот верхнее покрытие, закрепитель, рисуночка. И три специальные лаки для перенесения рисунка, лаки для стемпинга. Они по текстуре более плотные, какие-то более тягучие, и с ними нужно очень быстро работать, потому что они моментально засыхают. То есть нанесли сразу лак на рисуночек, шкребком все излишки убрали, сразу на штампик и на ногтевую пластину. И так быстренько все получается. Если вы где-то застопоритесь, то вот эти лаки уже подсохнут и рисуночек не перенесется. В этом и отличие лаков для стемпинга от обычных. Если обычный, нужно ждать, пока он подсохнет, станет более густым, чтобы убрать излишки, чтобы хорошо перенесло все. То есть занимает очень много времени. Теперь приступаем к самой процедуре. Наносим на ногти основное покрытие, какой вы цвет желаете. Я хочу попробовать вот такой новый цвет, новиночка очень интересный, сиреневый. Наносим на ногтики основной цвет. Пока высохнет наш лак, подождем, пока высохнет первый слой, нанесем второй и будем приступать к нанесению рисуночка на ногти. Ногтики уже высохли и продолжаем. Выбираем рисуночек, выберем, наверное, вот этот, полосочки и звездочки для французского маникюра.
Нам понадобится жидкость для снятия лака и ватный диск. Смачиваем диск жидкостью. Вытираем пластиночку с рисунком. Берем цвет лака, который мы хотим для стемпинга. Я выберу белый. Наносим лак на пластиночку с рисунком. Берем скребок, убираем излишки. Штампик. Перенесли рисуночек. И теперь переносим рисуночек на ногтевую пластиночку. Берем палочку, смачиваем и излишки сразу убираем на ногтики. Все. Теперь протираем штампик, протираем пластиночку с рисунком и дальше. Стемпинг наш готов, и завершающим этапом нашего стемпинга является верхнее прозрачное покрытие из набора Конат, чтобы закрепить наш рисуночек и наш маникюр, чтобы продержался как можно дольше. Наносим верхнее покрытие. Наш стемпинг. Все очень легко и просто, и вам всего лишь нужно 5 минут, чтобы был маникюр как из салона и наборчик для стемпинга. Вот и все. Можете сами себе делать различные рисунки, различные варианты маникюра. И дальше в видео я покажу все варианты маникюров, которые я уже успела сделать с помощью своего наборчика для стемпинга от Конат. Поэтому, если вам интересно, смотрите дальше. Пока-пока, до новых встреч!